12 июня, либеральная, патриотическая, специально говорю, что это казенно-патриотическая, охранительная, православная и прочая буржуазная Россия отмечают свой национальный праздник. То, что они называют День России, но уже история этого праздника говорит о том, насколько день 12 июня не отвечает классовым, социальным, политическим интересам трудящегося большинства наших соотечественников. 12 июня 1990 года либерально-рыночное большинство Съезда народных депутатов РСФСР протащило, в том числе и голосами депутатов-коммунистов, скажем об этом откровенно, декларацию о независимости России, которая на самом деле означала не суверенитет России, но независимость российской буржуазии, поднимавшей тогда уже голову, финансово окрепшей на почве кооперативного движения, комсомола, других коммерческих структур. О независимости этой буржуазии не только от союзных органов власти, но и от Советского Союза и Коммунистической партии Советского Союза в целом, о независимости от соотечественников, оставшихся за рубежами Российской Федерации, от своих социальных обязательств, которые российское государство с того момента по отношению к своим гражданам фактически перестало выполнять. Не говоря уже о независимости от стыда, чести и совести в деле гайдаровской приватизации, гайдаровской шокотерапии, чубайсовских залоговых аукционов, разграбления общенародной собственности. Это их праздник, но это не наш праздник. И если мы действительно хотим подумать о нашем, близком трудящемуся большинству Дне России, то это, несомненно, 22 апреля, день рождения Владимира Ильича Ленина, самого лучшего, самого великого, самого любимого человека, которого когда-либо рождала русская земля. Гений Ленина, озаривший не только весь российский 20 век, но и весь мир, его преданность революции, его сила, мысли, его твердость, несгибаемость и упорство, его тактическая гибкость при стратегическом движении к изначально намеченной, заданной цели освобождения трудящихся от гнета, отчуждения, эксплуатации и бесправия, все это заслуживает того, чтобы по праву назвать его величайшим сыном России за всю ее 2000-летнюю историю. И если речь идет о Дне России, то это, безусловно, должен быть не День независимости России от самой себя, а день рождения ее самого великого сына Владимира Ильича Ульянова Ленина.